Мониторинг объектов придорожной торговли прошел под руководством заместителя главы курорта Людмилы Терещенко. На Субсехском шоссе товар разложили прямо на обочине дороги, рядом свалка. В отношении предпринимателя возбуждено 2 административных производства за несанкционированную торговлю и захламление территории общего пользования. Заплатят штраф и жители села Варваровка, которые выставили фрукты и овощи на тротуар. Неприглядная картина на Анапском шоссе. 27 тонн арбузов раскидано по территории общего пользования. Торговый объект, если можно так его назвать, в антисанитарном состоянии. Газон испорчен. Я понимаю, это нужно реализовывать, нужно вам помочь. Но вот так, чтобы вот это было не организовано, это наша главная. По поручению главы курорта определены места для реализации бахчевых культур. Предпринимателям необходимо обратиться в Управление торговли и потребительского рынка для оформления разрешительных документов на реализацию сезонных продуктов. Нарушители заплатят внушительные штрафы.